Был ли в твоей жизни маленький, но такой вот раздражительный грех? Грех, который не хотел тебя оставлять? Что-то вроде курения? Это плохо. Ты знаешь, что это плохо, но каждый раз, когда ты пытаешься бросить, ты снова и снова возвращаешься и берешь следующую сигарету. Это, наверное, похоже на то, как свинья опять и опять идет, валяется в грязи. Или что-то вроде этого. Это как будто у тебя есть большая книга, и ты берешь ее и сильно бьешь ее себя по голове. Ты постепенно осознаешь, что ты загнан в угол. Депрессия начинает брать над тобой верх, и ты чувствуешь себя всего лишь жалким неудачником, потому что не можешь остановиться. Тогда-то ты и зовешь Иисуса. Пожалуйста, прости меня. Ты прощен. Иди и больше не греши. Искушение, оно опять приходит к тебе. От прежнего ликования не остается и следа. И вот ты снова лицом к лицу с тем же самым грехом. Нет, ты не можешь. Нельзя. Иисус сказал тебе, что ты больше не грешил. Нет, христиане не грешат. Нельзя. Ну вот, я опять это сделал. Я отдал тебе свое сердце, посвятил тебе свою жизнь, пообещал тебе жить по-новому, пообещал жить свято. И что из этого вышло? Я не смог излечиться от греха. Я не смог делать себя лучше. Я не смог победить даже этот маленький грех. Когда ты проходишь через такое, ты начинаешь смотреть на жизнь по-другому. Ты смотришь на свой грех, потом переводишь взгляд на Иисуса, приносишь эту тяжесть к Нему и начинаешь понимать, насколько Бог больше и могущественнее твоего греха. И когда ты отдаешь Ему свою жизнь, когда приносишь к Нему свой грех, Он с любовью принимает тебя. А грех, у него нет больше власти над тобой. Ты свободен от греха.